Dear members of the Belem channel community. Уважаемые члены сообщества канала Belem, сотрудники и, конечно же, телезрители. Я рад поздравить вас с годовщиной со дня открытия канала. Я очень рад, что именно в стенах Назарбаев университета в 2012 году глава государства Нурсултан Назарбаев дал старт телеканалу Belem. Один год в сфере телевидения срок не столь огромный, но вот работа, проделанная сотрудниками канала, за этот период действительно восхищает. Вами было выпущено большое количество программ, связанных с наукой, историей и образованием в целом. Вы действительно стали пионерами в области образовательного телевидения. Динамичная жизнь, сопричастность всему происходящему в стране и в мире, творчество и вдохновение, высокая ответственность за сказанное в эфире и огромная самоотдача. Вот чем живет сейчас канал Belem. Мы, Назарбаев университет, очень рады нашему партнерству с каналом Belem в производстве программ как об университете, так и других проектов. Спасибо вам большое за ваш энтузиазм и профессионализм. Надеюсь, наша дружба и плодотворное сотрудничество продлится на долгие-долгие годы.